Так, мы приехали на пляж с акульими зубами. Елизаветка, куда приехала? На пляж. Зачем? Что будешь делать? Искать акулий зуб. А ты зачем приехал? За раковинами красиво. За раковинами? Будешь нырять за раковинами? О, видишь, какой тихий пляж. Видимо, прохладно. Видишь, он там вылавливает? Выловит раковину красиво. Закрыт. Входу нет. Пошли на следующий выход. А вот здесь свадьба. Они женятся. Сейчас будет свадебная церемония. Да. Мы продолжаем идти дальше по деревянному мостику вдоль голубого моря. Ах, какой красивый цвет. Лазурный берег. Эта тетка что-то нашла, копает-то. Что она там? Вон какой дуршлаг. Вот она сейчас там зубов себе намоет в акульях. Ну-ка, ну-ка, покажи, что там у тебя. Что там, тетенька? О! А где же они их всех взяли? Разглядывает. Что там? Потащила свое богатство в нору. Вот это да, ракушечный пляж. Надо нырять за красивыми ракушками. Может, здесь где-нибудь? Наше место будет сегодня здесь. Ты здесь оставил сокровища для Лизы. Коллекция ракушек. Ничего себе. Кто-то тебе оставил сокровища. Акульи зубы нашел? О, Боже. Похоже, что он меня не слышит. О! Выкопал капюшонок. Давай еще копай. Лизаветка моя там копается. Лизаветка! Ботинки не подъемные. Лизаветка копается. Что это?
полные песков. Надо найти акулий зуб. Нету. И даже счастье тому, кто найдет акулий зуб. Акулий зуб. Тут надо порыться, может быть, тут кто-то закопал. Акулий зуб, ты где? Ой-ой-ой, о, что-то там. О, что это? Чья-то косточка. Очень интересно. Надо тут большим совком разгребать.